Во Всероссийском детском центре «Смена» завершилась первая в этом году мастерская лидеров. В течение 2 недель мальчишки и девчонки ставили перед собой ясные цели, развивали лидерские качества и учились работать в команде. Я уверен, что знания, полученные в Всероссийском детском центре, очень пригодятся вам в последующей жизни. Развивайте себя, растите всегда, и тогда вы будете настоящие лидеры. Юные лидеры изучали социальное проектирование и защитили собственные социальные проекты. Работа 7-го отряда под названием «Свобода молодежного слова» заняла победное место в марафоне проектов «Лидеры меняют мир». Ну, знаете, все старания пошли не напрасно. Я считаю, что мы подготовили это хорошо. У нас был человек, который уже участвовал в нескольких грантах, он их выигрывал, и мы взяли пример с него. Он с нами поделился знаниями, и тем самым мы... Собрав все эти знания, мы сделали вот такой вот проект. Мы не спали 2 ночи, чтобы его сделать, так по секрету вам скажем. Но у нас получилось, мы его взяли первое место. Развивать навыки коммуникации современные школьники могут не только в социальных сетях. Анастасия Семисотова считает, что найти единомышленников и раскрыться детям помогают такие смены, как мастерская лидеров. Лично я тоже очень замкнутый ребенок, но когда я приезжаю в такие вот лагеря, я как-то раскрываюсь и чувствую себя совершенно другим человеком. То есть я думаю, если наш проект реализуется, это очень поможет подросткам. Большинство участников мастерской лидеров приехали в смену с готовыми идеями и реализовали их в рамках проектной деятельности в смене. Я заметил, что тут очень много квалифицированных специалистов, которые, правда, помогли мне в решении каких-то задач. Например, тот же сам проект. Я очень долго над ним думал и не знал, где можно им поделиться. И я приехал сюда, и мастерская лидеров подарила мне возможность поделиться ими со всеми. Каждому из участников мастерской лидеров смена подарила новые идеи, навыки, теплые воспоминания и невероятные эмоции. Смена подарила мне новых друзей, новых знакомых, кучу знаний, просто багаж эмоций, вот позитив вот этот. Я вся наполнена, я вся горю, я вдохновлена, я мечтаю приехать в свой город и просто зажечь там вот огонь в сердцах всех моих одноклассников, которые в школе со мной учатся.